Итак, всем привет! Сегодня я постараюсь быстро на компьютере создать Steam аккаунт. Для этого ввожу в поиск слово Steam. И вот, добро пожаловать! Ссылочку на страницу Steam я оставлю в описании. Далее, если у вас уже есть аккаунт, вы можете вот просто войти и все. Я опускаюсь вниз, в самый низ, и здесь вот есть присоединиться. Нажимаю. Затем вводим сюда зарубежную почту. Смотрите, у меня google.com. Не надо русскую сюда вставлять. Короче, только Google делайте, и так будет вообще без проблем. Если хотите сразу нормально создать. Дальше подтверждаем эту же почту. Так, выбираете свою страну, на стрелочку вот нажмете, выберите. Я ставлю Россия. Нажимаю, я не робот. Здесь не спеша, спокойно проходим капчу. Выберите все изображения, где есть пальма. Вот я вижу, есть пальма. Спокойно нажал, не надо тыкать на все и... Потому что те, кто не знает, они не могут создать с первого раза. Так, вот еще пальмы. 3 я нашел только. Вот еще пальмы. 4. Все, больше я не вижу тут пальм. Не надо пробовать. Короче, надо один раз стараться точно сделать. Нажимаю подтвердить. Все, мне галочку поставили, что я не робот. Нажимаю, что мне исполнилось 13 лет. Затем нажимаю продолжить. Все эти действия не спеша вы делаете. Не надо тыкать по 100 раз. У вас будут ошибки... А потом вам надо будет их исправлять. И мне все пишут постоянно. У меня не получилось. Внимательно смотрите, пожалуйста. И слушайте внимательно. Где-то надо притормозить. Я понимаю, что вы растете, но где-то надо не спешить. Нажимаю продолжить. Досмотрите лучше до конца. Подтверждение адреса. Смотрите, вот эту страницу вы не трогаете. Она так и остается при загрузке. Дальше. Идем на почту на свою. Которую привязал я только что. Захожу в Google почту. Смотрите, подтверждение электронной почты. Нажимаю на это письмо. Подтверждение электронной почты нового аккаунта Steam. И нажимаю спокойно вот сюда, подтвердить адрес электронной почты. Меня перекидывают вот на эту страницу. Все, тут делать ничего не надо. Возвращаемся к первой странице. Вот это. Теперь вводим. Теперь создаем уже аккаунт. То есть мы зарегались, теперь создаем аккаунт. А теперь послушайте внимательно. То, что вы тут напишете, это уже поменять нельзя будет. Имя аккаунта. Имя аккаунта Steam конкретно. Это имя аккаунта Steam. Запомните навсегда. Это ваш... Короче, имя аккаунта Steam поменять уже вы не сможете. Поэтому пишите один раз так, как вы хочете. Я пишу вот такое. Тест ВХ 2. Нижний пробел можно делать. Цифры и английские буквы можно. Придумываем пароль. Ага, занято, да? Ну ладно. 3 сделаю. Все, придумываем пароль. Как придумать пароль... Если вы не знаете, я оставлю ссылочку в описании там, на плейлист или конкретно видео оставлю, как придумывать пароли. Просто сделайте себе нормально и все. Далее вот этот же пароль просто сюда вводим и все. Смотрите, у меня осталось вот так. Это мне предлагали, но я не хочу. И все, я нажимаю готово. Так, ладно, занято, надо еще раз переделать. Ну ладно, пофиг. Выбираем из вот этого, что нам предложили. Все, свободно. В общем, поменял, нажимаю готово. Ага, точки нельзя, да? Так, в общем, не получилось, мне предлагают, в общем, выбираю. Кто-то на кучу аккаунтов насоздавал. Ладно, хорошо. В общем, выбираю такое. Пароль ввел, подтвердил пароль, нажимаю готово. Все, смотрите, ребята. У меня есть аккаунт, вполне нормальный. Вот моя страница. Ага, тут тоже предлагают авторизоваться. Что я послушненько и делаю. Нажимаю запомнить и войти. Затем можно на телефоне по QR-коду зайти. Нажимаю «Войти». Все, вот это уже до конца мы довели. Теперь только останется настроить и все. Для этого можно нажать сразу вот сюда. И сделать все, что вы хотите. Так, имя я только поменяю. Вот здесь вот. Так, смотрите, сразу покажу. Вверху, видите, отображается тест ВХ, там 105, вот которого я только что вам показывал. Но имя вот я поменял только что. Оно было вот точно такое. Я поменял, чтобы оно вот здесь вот отображалось. Вот это имя профиля, да? Не аккаунта, а профиля. Будет отображаться здесь. Чтобы вот этот не палить. То есть вот этот не надо всем говорить. Вот он. Все, вниз опускаюсь, нажимаю сохранить. Все, теперь возвращаюсь. Вот сюда навожу и иду в профиль. Смотрите, вот мое новое имя профиля. Вот оно отображается в Стиме. А если нажму на эту стрелочку, а здесь уже будет отображаться имя аккаунта. То есть это разное, понимаете? Все, дальше уже другие действия на Стиме. Если будут какие-то вопросы, пишите. Что знаю, то подскажу. В этот раз я постарался вам самое быстро показать про регистрацию. Короче, на сегодня это актуально, это работает. Так что создать вообще без всяких VPN-ов я создал. Спокойно, без напряга. Главное сделать вот эти расчетные шаги.
и все. Так, смотрите, все видео я выливаю на вот этот канал, на Виктор Христов Рутуб. Подпишитесь, здесь будет очень много видео разного характера, и по Стиму в том числе. Зайдете в плейлисты, опуститесь ниже, вот есть Steam. Зайдете в этот... Здесь есть Steam. Вот, зайдете в этот плейлист, тут все, что надо. Все гайды по Стиму я сюда сбрасываю, посмотрите то, что вам интересно. Вот сразу потом подключите Steam Guard, привяжете и так далее. Поэтому подписывайтесь, ссылка в описании. Сюда я выкидываю в первую очередь видосы, а затем они аж попадают на YouTube и на Дзен. Ну, если хотите, можете меня поддержать донатом по ссылке в описании. Буду очень благодарен. В принципе, на этом все. Если мое видео вам помогло или было полезно, оценивайте его лайком, подписывайтесь на канал. На этом все. Всем пока.